Евгений Онегин и Татьяна Ларина прогулялись по улицам Сургута. Необычный флешмоб прошел в городе в преддверии открытия 24-го сезона Сургутского музыкального драматического театра. Он стартует 15 сентября спектаклем «Онегин». Его премьера прошла летом при полном аншлаге и заинтересовала граждан единственным показом. Сейчас спектакль вновь будет на сцене, и привлечь горожан в театр актеры решили лично. Герои спектакля в ярких костюмах прогулялись по Сургуту, покатались в общественном транспорте и пообедали на фудкорте торгового центра. Горожане с интересом наблюдали за пушкинскими героями и с удовольствием общались и фотографировались с актерами. Отмечу, что подобные флешмобы театр проводит нечасто. Последний был более 10 лет назад. В этом году решили возродить традицию и дать возможность зрителям увидеть артистов не только на сцене театра.